Руслан Рудь готов танцевать хоть каждый день. Особенно, если на улице заиграет песня Майкла Джексона. Ноги сами пускаются в пляс. Ничего в движениях поп-короля Руслан не меняет. Зачем, удивляется, изобретать велосипед? Танец готов, его пытаются повторить все фанаты Майкла Джексона. Но удается немногим. К примеру, среди уссурийских поклонников Руслан единственный, кто знает наизусть движение танцев каждой песни. Очень долго смотрел видео. Пытался даже как-то в замедленном действии его посмотреть, но все как-то не получалось. А на самом деле самое главное – это просто нужно очень много времени. Нужно просто долго это делать, и оно получается. О том, что стало получаться, Руслану сказали одноклассники. На первом публичном выступлении на новогоднем концерте старшеклассник исполнил под музыку пару движений. Был маленький момент, как я исполнял лунную дорожку. Это был первый мой опыт. Как отреагировали-то? Ну, отреагировали с аплодисментами. Но я посчитал, что было очень плохо. Она вот именно под музыку, и когда вот прям вот, наверное, станции 3 станцевал, только потом она получается. Нет ничего удивительного в том, что Руслан Рудь в магазине предпочитает носки белого цвета. Известная прихоть короля поп-музыки подвигла и его поклонников делать соответствующий выбор. Но этот образ у Руслана только сценический. Сейчас в его гардеробе 3 костюма, которые шила мама. На днях из Америки должны привезти еще 2. На будущее. В дальнейшем, когда буду учиться в другом городе, ну не хочу никак это забрасывать, потому что это мое хобби. И может быть именно этим хобби я как-то получаю какое-то... Не знаю, может быть, расслабление, может быть, именно занимаясь этим, ну, я чувствую себя как-то лучше. Сейчас Руслан старается участвовать во всех концертах. И обязательно после номера к нему подходят с единственной просьбой. А покажи еще раз лунную походку. Анна Маринец, Александр Синельников, Телемикс.